Участие в совещании также принял губернатор. Вениамин Кондратьев в своем выступлении отметил, что произошедшее ДТП – повод усилить надзор за соблюдением безопасности на дорогах. На Кубани планируют внедрять современные системы и устройства, которые нацелены минимизировать последствия при авариях. Не страшно количество ДТП, страшно количество жертв в ДТП. Вот что страшно. А количество жертв ДТП напрямую зависит от устройств на дорогах, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе и в случае ДТП. Вот если ли вообще на дорогах, неважно, муниципальных, краевых, федеральных, эти устройства, либо их нет, либо какого они качества, эти устройства. И это все сегодня является предметом, в том числе и прокурорского надзора. И в ситуации, которая ночью произошла сегодня, на федеральной дороге был бордюр ограждения. И поэтому автобус, он не сразу улетел в кювет, а он врезался в него, погасил ему этот бордюр ограждения скорость, и он скатился. Вот об этом речь нужно вести. Нам надо менять ментальность. У нас все время водитель виноват. Да даже если водитель, если человеческий фактор, если скорость. Такие же современнейшие устройства должны быть в безопасности на дорогах. А вы, коллеги, должны максимально контролировать сегодня строительство и реконструкцию дорог в муниципальных образованиях. В целом в крае. Губернатор Краснодарского края призвал прокуроров также следить за выполнением программы по безопасности дорожного движения. Кроме этого, необходимо провести дополнительные проверки всех региональных перевозчиков, особенно в сфере туризма.